Здорово. Сегодня я поиграл на GTA 5 RP, и если что, это была нарезка со стрима. Если вам понравится в моем исполнении GTA 5, то дайте об этом знать в комментариях. А где тут движняк происходит-то, слышишь? БМВ. А, это Альфа Ромео. Это ж ты, блядь, из-за которого нахуй ты меня в воздух поднял, я умер нахуй. Шо? Да, я, и чё дальше? Нахуй на своём мопеде тут летаешь. Слышь, иди отсюда, дурак. Понял, нахуй. Иди отсюда. Если ты меня чурка скет. Пошёл отсюда, вообще. Да ебался ты. Иди нахуй отсюда, шкет, блядь. А я не знаю, про чё он говорит, кто его подкинул. Слышишь, тебя подкинуть или нет, а на тот свет? Ты генерал малолетний. Эй, иди сюда, я могу, сука, устроить тебе такой послеобеденный пиздец, что ты меня век не забудешь. Что ты, дура? Ох ты, ёбаная сволочь. Да там Кирюха, не туда ебаешь, давай. Да, на, иди сюда. Бам, на, за волосы бери, Кирюха. Кирюха, за волосы бери и бей. Ну что ты, нахуй, доигрался, а, родненький? Иди сюда, блядь. Давай, блядь. Да паркур, блядь. Я ему сейчас волосы вырву. Полиция. Как мне в детстве сделали. Кирюха, ты живой. Я, походу, лысый. А ты был лысый до ДТП. Вы понимаете, что я вкатываюсь в ту сферу, где я вообще нихуя не известен. Если вы это понимаете, то нарезайте, клипайте, пожалуйста, куда-то выкладывайте. Не знаю, какие-то моменты, которые вам смешными кажутся. Даже если они кринжовые, пи***ц, нарезайте, выкладывайте, пожалуйста. Потому что у меня и так нарезать и того, и другого, и ролики, и стримы какие-то, я просто за***ть, правда. Еще над серваком работать в Грисмоде. Если это будет какой-то толк актив давать, я, в принципе, могу. Я не на медике, я вот впервые зашел сюда, я тут никто. Но мне интересно попробовать продвинуться. Шо, дай присесть, блядь, на активию твою. Ты вагодрочер, блядь, иди сюда, блядь, иди, ёбаный в рот, блядь. Останавливайся. Всем стоять на месте, всем остаюсь на месте. Вы протаранили, нахуй. Вам будет вывезен штраф 4.1, и вам 4.1. А я что сделал? По дороге бегали, типа лошади имеют 4.1 дорожного кодекса. А вы себе выпишите штраф по поводу того, что вы тараните, а? С фингалом под глазом. Ну-ка мне что-то. Это родимое пятно, какой нахуй. Паспорт свой. Передал паспорт человека на проект. Так, он еще раз знакомится, за штыки начнут заполнять. На месте, если вы убежите, уйдете, я сразу же открою огонь, предупреждаю. Открывайте, давайте. И шо, он за это огонь по нам откроет или нет? На месте все, иначе будете расслабляться. Так нас передавили. Нас, блядь, били, почему ты это игнорируешь? Будете что-то сделать с этим? Вторую приданку уже заполнил штики, так что надо оплата карте оплачивать. А чем я выплачу, у меня нету столько? Задержан. А как тебе идея найти чела с желанием работать и уж учить его самолично резать так, как тебе надо? Да было б неплохо, просто таких нету особо. Просто есть чела, которые умеют... Я, говорит, кэпкате, нарезаю, монтаж делаю. Я хочу 100 тысяч за нарезку кэпката, блядь. Я гражданин, я хочу задержанным поговорить. Действительно, имеется. А за деньги? Имеется. Стоп, а в такси же можно устроиться? Нет, хочу в такси. Ты, блядь, кривой, куда ты едешь, нахуй? Долбёб, блядь. Дебил, ты чё делаешь? Ты творишь, блядь. Чё делаешь? Шо ты несёшь, нахуй, чепуха, блядь? Да, школьник, иди нахуй отсюда. Кто тебя, блядь, за руль пустил? Чё ты делаешь, да? Давай меня двадцатку. Да рот закрой, челик. Иди отсюда, нахуй. Мой челик. Работяги, блядь, тебя не любят. Кобыла, блядь. Какого хуя ты рот свой открываешь, а? Ты вообще срак ебал, блин. Заткнись, нахуй, бородатый, блядь. Из чата, деваха, какая? Кто из чата? Пришла тебе помочь. Кто? Это ты, шо ли, или кто? Ты 27-28. А, блядь! Блядь! Извини, я думал, ты пришла на работяг выебаться, ну ладно. К бетономешалке пристроился. Бетономешалка мешает бетон. Иди сюда, да-да-да, давай.
Ты, не туда, не туда. Давай с другой стороны. Давай, с другой стороны. Давай, 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 давай. Толкаю. Слышишь, иди сюда со стволом. Иди сюда, бетономешалку раскачиваем. Давай сюда его закидывай. Помогай раскачивать ее. Нам теперь надо ее туда вытолкать, получается. Это лучше, чем 10 канапов. Серьезно. Все, все, запустилось. Запустилось, можем идти работать. Ты что тут делаешь? Ты что, охуенный? Иди на... Что ты делаешь? Ты творишь? Ты долбоёб. Это ты долбоёб, блядь. Подожди, ты это мне говоришь? И хуй ты делаешь, блядь? Ну что ты делаешь? Давай, давай. Что, такой крутой у тебя Ламборджини? Ты что, творишь, нахуй ты давишь меня, блядь, а? Долбай, блядь. Не показывай то, что у тебя арендованная эта тачка, давай. Алло, блядь. Ты идиот на арендованном корыте, блядь. Приходите свои, блядь, тупоголовый, заткнись, нахуй. Иди пиши сочинение, как ты провел это лето. Ооо, пи***ь. Нахуй ты это творишь, ты осёк. Алло, что ты делаешь? Что за музыка, откуда она играет? Алло! Чё ты хочешь со мной говорить? Я тоже не с тобой. Господи. Предупреждение за это будет. Давай, да-да. Иди на старик, блядь. Старик тебе, сука, по гланды засунет, долб***ь, блядь. Старик, блядь. Жалко, конечно, что не Октавия. Её так прошить не получится, ну ладно. Здорово. Опа. Запрыгивай, ставь меточку и поехали. 3500. Иди отсюда, не считай. Артур, Артур. Комфорт плюс на месте, блядь. Давай, братулёк. Запрыгивай, блядь. Давай, нахуй, нахуй. Давай. Куда тебе? Давай за 600. Давай за 600. Поехали. Пись, поехали, блядь. А вот эта синяя метка правильно на навигаторе. Давай, брату, как зовут тебя? Алло, ты чё в турбине, нахуй, самолёта летишь или шлю? Как тебя зовут, нахуй? Этот, я разговаривать не умею, что ты язык проглотил. Мне нельзя разговаривать. Не умеешь? А что ты сейчас, ты только учишься или шо? Наверное. А, ну учись, давай, брату. Опа. Сейчас долетим с ветерком, мы уже почти у цели. Давай эту руку пожмем. Давай. Давай, доедем. Может, еще увидимся с тобой. Да, хуй, блядь. Комфорт плюс прибыл. Подожди, давай, давай ты сначала. Двигайся, двигай жопу. Я на самом деле крупный блогер и админ в гмоде, а так... Да, я таксую для души. Ах вы, блядь, я вас, видите, в обиду не дал, вы живы, целы и здоровы. Ты куда ты нахуй лезешь на своем мопеде, блядь, иди нахуй. Так, а тебя куда? Сюда, сюда. Сюда, хорошо. Сейчас, оп. Все, приятной дороги. Да ёбаный в рот, а за это будет бонус или нет? Блять. Все сразу попристёгивались, блять. Ничего, такого больше не повторится, ребята, обещаю. Все нормально. Нормально не повторится, я же сказал, я выкрутил. Слышишь, а что у них тут за тусня вообще, мне интересно? Это мафия тут, это мафия. Мафия это все? А у них, короче, строй, у них Артур, у них строй, они сейчас или на поставку, или на музыку. Да, это мафия, лучше уедь, нельзя здесь не ходить. Что, подвезти? Да, ой, сори, брат, специально. Давай, подвезу. Да ёбаный. Да, блин, нахуй, сальто мутишь, садись. Да садись ты, хватит крутиться. Вы по титулу катаетесь? Да, да я по заказам. Вы же по титулу катаетесь? Я по заказам. Не, вы ж... не души, не души. Комфорт. Я понимаю, вы же по титулу катаетесь. Что это такое? 3 секунды. Он не понимает. Просто. 3 секунды. Есть. А, типа уехать, ну давай. Это зона титула. Да, да дай выехать туда, что ты бегаешь за нами? Ну, надеюсь, мне никто не въедет, да? Ч
Что ты делаешь, алё, что ты делаешь? Ты сам влетел в нас. Я больше не прошу. Сейчас заказ везу. Что произошло? Что ты делаешь? Нихуя. Являешься сотрудником полиции департамента 25.5, нарушать неприменение законному требованию. Так, получается, прохлопаю вас. Не отходим, все. У вас полиция департамента работает. Або посажу. Пусть на ремень безопасности закрой дверь автомобиля. Я не понимаю, что ты говоришь, ты слишком быстро разговариваешь. Ты скороговорки читаешь или что? А ты вообще в курсе, что вы сами влетели, когда я поворачивал, не? Нет, сначала вы пересекли, а потом вы влетели в нас, когда мы ехали с мигалками. Вы без мигалок ехали. Да, ты расскажешь, ты расскажешь. А что расскажешь, расскажешь? Что, не так было, расскажите, что ли? Не знаю, кому хотите. Так мигалок-то не было, вы их включили тогда, когда за нами и поехали. Ты просто сидишь, печенек душишь. Алло, чем ты это делаешь? Ответь, идиот. Ответь, идиот. Ты зачем это делаешь? Ну и что будет? Так а в чем смысл-то, я не понял? Типа самим влететь в нас и типа повязать? Адвоката поймем. Давайте адвоката или как там надо? 325 задержан. Прости, конвульсия. Да, бывает. Все, ты адвокат. Читаешь скороговорки, я даже не понимаю, что ты говоришь. Ого. Получается, все адвокаты сейчас доступны. Я самый адвокат. Самый хороший адвокат. Понял. 52, надо да. Кого-то под залог выпустить. Тише, надо? Тише, это мои братья. Бродяги мои. Под залог надо 25,5? Под залог надо? Я не понимаю, что происходит и за что меня повязали вообще. А адвоката вы требовали? Вообще, меня никто не слушал, я сказал то, что адвокат нужен, но мне сказали, типа, расскажешь, и повязали как. Ого. Сейчас, подождите. Типа, в меня машина въехала, полицейская. Ага. Да, и включили мигалки, говорят, остановитесь. Я довез за кассу, вышел, типа, из машины хотел выйти, меня обстреляли этими тазерами. А что, ну, что вывезли? Да я человека вез, я таксист. А, все, понял. Не, вот, ну, типа, на желтенькой машине. Ну, да, да, на такси машине. Дай мне свои документы, я напишу исковое заявление на твой. Сейчас вернусь. У тебя деньги есть при себе? Ну, у меня... Короче, так, на, я тебя за 2000 долларов выпущу. Сейчас а я тебе с выпущу. Этим что будет? Просто он странный принимай, какой-то. Принимай, принимай. Исковое заявление. Хорошо, а я могу поприсутствовать? Принимай, принимай, принимай. Я принял, но не принимается. Ну, конечно. Так я против него судиться буду, потому что он... Ну, я, может быть, пишу. Посмотрим. Дратуйте, дратуйте. А я уже могу тут назвать и находиться. Вы в курсе? Наличные. Да. Да, классно. Так, а ну-ка, заявление там на кого-то. Причем там видно, что они сами влетели, блядь. Я поворачиваю, ну а хули ты несешься-то, спрашивается.